Художественная гимнастика Вероника Черняева занимается с 5 лет. Сейчас юной спортсменке 8, а позади не только городские соревнования, но и турниры российского и международного уровня. В групповых выступлениях на чемпионате мира в этом году гимнастки заняли 3-е место, а на всероссийских команда 2-й спортшколы получила серебро. На этих краевых стартах Вероника выступает как в групповых упражнениях, так и в индивидуальной программе. Помимо своего мастерства, на этих соревнованиях гимнастки могут повысить и свой разряд. Самый большой здесь 1-й взрослый. Его уже имеет сочинская команда 2-й спортшколы, которая недавно вернулась с всероссийских соревнований, проходивших в Иваново, с серебром. Гимнастки из других регионов тоже достойные соперницы. И кто окажется лучше, станет известно по результатам соревнований. Гимнастки должны выполнить обязательно определенные предметы и набрать определенную сумму баллов. Что на самом деле сейчас очень сложно, потому что поменялись правила соревнований. И сейчас намного тяжелее детям стало. Также в групповых упражнениях, также определенную сумму баллов они набирают и выполняют свои разрядные требования. Победители в групповых упражнениях станут известны завтра, а лучшие гимнастки в индивидуальной программе определятся 15 марта. Победители получат кубки и медали. Татьяна Нагорская, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.